Из тысяч известных способов применения обычных предметов не по прямому назначению мы выбрали несколько интересных вариантов. Они удивляют простотой решения. Надеемся, этот мини-обзор станет не только развлечением, но и принесет пользу в быту. Из канистры с водой можно сделать небольшой световой прибор. Для этого можно использовать фонарик или телефон. Привязываем к емкости и включаем освещение. Удобная и незаменимая вещь в походе. Фольга весьма универсальна. Этим металлическим листом можно с легкостью заточить ножницы. Несколько раз прорезаем, и все готово. Чтобы столовое серебро не потемнело, его стоит хранить завернутым в фольгу. Если гладильную доску обернуть этим металлическим листом, получится термоотражающая доска. Она ускорит процесс глажки. Обычные свечи будут гореть намного дольше, если их предварительно охладить в морозилке. Заматываем их в пакет и отправляем на пару часов в холод. Если ваши кастрюли пригорели от еды, то здесь вас выручит обычная кола. Налейте ее в небольшом количестве в емкость и оставьте на несколько минут. Химические вещества, содержащиеся в жидкости, смягчат налет, а вы сможете очистить посуду от него с легкостью. Она снова станет чистой и сияющей. Этот напиток может отлично удалять следы краски. Нанесите на место загрязнения и промокните. После этого обязательно промойте эти места мыльной водой, чтобы убрать остатки. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, они расширят ваши представления о вариантах использования привычных предметов в различных бытовых ситуациях.